Ребят, тишина, пожалуйста, работайте. Выдержка, импульс – это диафрагма. То есть их просто, ну, можно догнаться ISO. Здесь минимальная мощность моноблока, придавшенная ND-шным фильтром. Потому что вот тут 1000, там 650, оно не сводится рядом одновременно. То есть, чтобы зажглись ярче постоянные приборы, нужно поднять ISO. Чтобы стали ярче вспышки, нужно открыть диафрагму. Ну, вот, понимаете, да? Это вот три параметра, среди которых нужно упрощать постоянно. Оно прикольно, ну, мне нравится, как получается. Выдержка 1,8. Могу сделать на 250. Что диафрагма? Эти два прибора подушки. Поднял выдержку, сделал 250, сейчас покажу разницу, и фон исчез из постоянного фона, он просто погасился. Отрисовывает форму и чуть-чуть отрисовывает объем, но практически это светит воздух. То есть он стоит на позиции моделирующей. Если вот здесь это контровой, то и сзади. Но я не очень люблю контровой и очень редко им пользуюсь. Ну, я показываю, как я это делаю. То есть вы можете делать по-другому. Включи, чтобы было видно, ну, реально, как он подрисовывает. Да, сейчас выключен вообще. Не, это левое, постоянно. На отражение. Я понял отражение. Смотри сюда, солнышко. Ну, практически, на самом деле, глазами не заметно разница. Заметно. Кто хочет видеть. Ну, с условием того, что импульс сейчас приглушен, получается, как будто так снизу свет. На самом деле все наоборот.
Я сейчас покажу, специально поставил GPI, чтобы быстро показывать. Но он, получается, отражает и от импульса, и от постоянки, да? То есть, поэтому ты сказал, что одно видно, но не все видно. Постоянно идет поиск этой экспозиционной пары, если совмещать эти два варианта света, оно, на самом деле, смотрится намного интереснее. Но вот это момент съемки... Нужно показывать.